Жилкомсервис номер 2 Московского района Петербурга отчитался о проделанной за 2010 год работе. Объем работ выполнен копейка в копейку, почти на 600 миллионов рублей. Важнейшая для наших домов статья «Текущий ремонт» выполнен в соответствии с планом на сумму 49,9 миллионов рублей. Что же было сделано? По словам начальника ЖКС, сделано было все. Устранены протечки на крышах, капитальные ремонты домов, балконов, утепление стен там, где нужно, и многое-многое другое. Жители тоже считают, что ремонт был текущим, только в переносном смысле. Все-таки по поводу крови. Город дополнительно выделил средства на уборку крови. Но устранение причин крови после варварской уборки вы хоть раз, и вы еще дополнительно выделили деньги на устранение протечек. Меня дважды заливало и на пятом этаже. Скажите, пожалуйста, бюджет города вы хоть раз вернули деньги? Представители жилкомсервиса не смогли ответить на этот вопрос. Оказывается, средства выделяли вовсе не им. И в бюджет их возвращать не нужно. А главное, что дело не в них, не в ЖКС, а в управляющих компаниях и их подрядчиках. Потому что недобросовестный ремонт – их рук дело. Вопрос стоит не в том, чтобы вернуть деньги в бюджет. А вопрос, на мой взгляд, стоит в том, чтобы кровли не текли. И вот там, где подрядчики пробили кровлю, эти же подрядчики ее исправляют, по крайней мере, мы заставляем их, не мы, конечно, управляющие компании. Все вопросы, связанные с кровлями, которые по-прежнему текут, несмотря на выполненные работы, или капитальным ремонтом домов, было решено отложить и рассмотреть потом в частном порядке. Но вопросы все равно остались прежними, как и ответы. Каким инструментом чистят эти крыши? Кто-нибудь контролирует как следует? Конечно, нет. Чистят их топорами. По затоплению по Победе 18 у нас по подрядчику, и все вопросы, касающиеся по ремонту квартир, мы будем с ним работать, всем сообщим дополнительно по этому вопросу. Нет голосования, нужно голосовать, чтобы включить капремонт. Мы сами по себе не можем. Так, управляющая компания несет всю ответственность. Ну что делать? Ну такова ситуация.